you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Holy Play, первый сервер, Money Kirill Putbull. Итак, сегодня у нас новая серия. Давно, кстати, дома не отъезжал вот так вот именно. Просто только дома появился. Давно я так именно дома не отъезжал. Там многие писали, ой, задолбал дома отъезжать постоянно. Чуваки, сегодня у нас будет пасхалка, не знаю, пасхалка это или нет, но я нашел прикольный туннель еще, по-моему, на стриме. Че, блять, у меня творится с... Вы это видите? Посмотрите просто вверху на значок Амазина. Че, блять, происходит? Да ну нахуй! Че за нахуй? Что-то Амазин обратно лагает или хуво знает, что с ним происходит. А, во. Спидометр, походу, был вверху. Я просто не пойму, а здесь сколько домов по ГОСУ. И дома по ГОСУ не из-за того, что, как бы, район хуёвый, а из-за того, что людей них нету на Амазинге. Смотрите просто. Ну, этот дом еще куплен. Ну, просто смотрите. Вот именно самые дорогие дома по 7 лямов практически все свободны. Вот серьезно. Ну, этот куплю, потому что он красивый. Но так много домов свободных, чуваки, блин. У кого есть бабки, блин, приезжайте, покупайте тут дома. Это вам не на Рублевке за 20 лямов. Хотя у меня был на Рублевке дом за 20 миллионов когда-то. Можете даже серию найти у меня на канале. Но скажу, Рублевка полный шлак. Именно какая сейчас. Возможно, новая будет попизже. И тогда я уже, возможно, там куплю дом. А так, какая сейчас Рублевка полный шлак. Короче, сейчас мы направляемся в Южный, на водолаза. Зачем на водолаза? Чтобы взять скутер, я хочу попробовать попасть в туннель. Там, короче, туннель такой, но думаю, кто играл в стандартную криминалку, тот знает про этот туннель. Возможно, многие не знают. Особого прикола в нем нету, как бы, но мне интересно саму там покататься, посмотреть, что там можешь найти, что-то обнаружить, куда-то выехать и так далее. Я особо там не разобрался на стриме, или я не на стриме это было. Я точно сказать вам не могу, я не помню. Это было где-то недели две назад. Так вот, я решил туда поехать. Давайте, наверное, через тот выезд поедем. Там радаров нету и попроще заехать, в принципе, будет и поближе. Как вы заметили, я получил варн, в принципе, я это уже говорил в предыдущих сериях, я получил варн в ДПС, ну, получил варн, и теперь я не в ДПС. И заметили, что сирики начали чаще выходить. Интересно, у меня идеи появились, чуваки, реально идеи поперли, как бы. Я начал снимать больше видосов. Но вылаживать я не буду прям в день по 5 видосов, потому что они просмотры набирают. Как бы буду там одно-два видео в день вылаживать стабильно и все. Как бы я заранее сейчас записываю серии много заранее. Я в день где-то по 5 серий снимаю, вот сейчас в натуре говорю. Вот есть идея, сразу все, запилить видос надо, сразу все. Запилил видос, в день получается там по 5-10 видео бывает, чуваки. На самом деле, раньше вообще по 15 мог снимать видео в день. И вылаживать их в тот же день, на самом деле. Так, что-то дохуя на самом деле говорю. Ну, короче, я решил сегодня таким квестом заняться, так сказать, пасхалочкой, выговорить не могу, сука. Просто волнуюсь немножко, не знаю почему, и, блядь, слушает постоянно. Вот почему вот я иногда заговариваюсь, даже иногда. Просто я снимаю в день много видео, много разговариваю вообще, как бы, много времени провожу за компом, бывает такое, да. И меня сушит постоянно, я никогда вот, бля, я знаю, что надо пить воду постоянно, ну, чтобы не сушило, чтобы не заговариваться, но, бля, я этого не делаю, почему-то. Не знаю, почему я этого не делаю. Так, давайте заглушим машину. В принципе, здесь она будет стоять, потому что, по-моему, туннель сюда и выходит, по-моему. Возможно, кто-то знал об этом туннеле, возможно, нет. Не надо писать, бомбить в комментариях. Я знал, да ты нет. Вот это не надо в комментариях, пожалуйста. Этой херни. Как бы, возможно, кто-то знал. Я просто хочу вам это показать. Для себя это посмотреть. И так далее. Я взял скутер, но я не уверен, что туда провалится. Возможно, мы его просто скинем отдельно. Где-то здесь люк был, чуваки. Вот он. Вот он за кустом. Ну, я в основном это какая-то пасхалочка, я вам скажу. На пасхалку как бы смахивают, согласны? Я тоже согласен.
Так, давайте теперь попробуем на скутере туда заехать. Блять, скутер на бордюрку? Блять, сука. Во-во, пошла. Так, во. Только я такой хуйней могу заниматься. Только я. Из-за этого вы меня любите, наверное. Так, можем посмотреть текстуры. Он что, застрял? Братиш. Ноу. Эй. Нет. Должен выехать, я в тебя верю. Так, надо вверх-вниз. Во-во-во-во, поднимается, давай. Он должен выпасть нахрен отсюда. Я буду рад, если я сквозь текстуры провалюсь. Во, так. Еще чуть-чуть. Почему он вообще завис? Точнее, как он завис? Видимо, кто-то пошел не совсем в туннель, да? Блять. Сука. Ай, залупа, блин. Просто он застрял. Бля. Ладно. Блин, мне так в лом бежать. Может, давайте, блин, как-то перелохнемся, возьмем еще один скутер. Я думаю, это будет хорошая идея. Так, я попросил админов, они меня тпхнули. Оп. И снова берем скутер и едем. Бэха здесь стоит наша. Так что все заебись. Админы мне помогли, я, блядь, отсюда чуть упал, малеха, прыгнул и немного упал. Ну и ничего страшного, думаю. Попытка номер два. Ну сейчас попробуем просто толкнуть туда. Пусть только падает залупа. Пусть ему по заслугам ему дадим, на. Так, только как скутер. Я еще ни разу скутер с этим толкал. Это вообще реально? Так. Так, главное саму не упасть. Во! Получилось. Блять. Есть, чуваки. Да какого хуя он застрял? Сука. Пидор. Стоп, или это не тот скутер? Чё-то я запутался. А где мой скутер? Стоп. Так. Сука, он наверху. Он наверху остался. Блять. Итак, попытка номер три. Едем обратно туда. Кстати, скутера моего здесь нету. Давайте еще раз попробуем, только жопой так съехать. Так, оп. И чё, блядь? Вот и чё. Съедьте уже, блядь, вниз. Меня это уже бесит. Я, малёха, застрял, помогите хоть кто-то, ёпта. Совсем чуть-чуть. Надо было вперед ехать. Так, если я его попробую... Так, что будет? Что будет, а? Внизу? Так, он внизу. Это уже хорошо. Так, быстрее, бери его. Бери. Молодец. Есть, у меня это получилось. Наконец-то. Я в это не верю просто. Так, что у нас там? На скутере по туннелю. Нормально, чё, ёпта. Да фара включись ты, блядь. Так, что у нас там? Я буду удивлен, если тут ничего такого нет особо. Трамплин. Воу. Да. Вот это новая система, когда вы падаете с мотоцикла, либо со скутера, либо, блядь, чего еще. С машины выпадаете. И она остается там, хуй знает где, короче, остается. Так, это что? Так. Блядь. Что-то у нас происходит. Какая-то плита стоит. А где мы вообще находимся? Ага. Это возле ангара. Тут плиту поставили, походу. А, ну да, в обычной же там дырка, по-моему. Или... Да.
Ладно, давайте поедем в другую сторону. Я тут давно ездил здесь, но я особо не помню, что здесь было. Может, здесь какая-то пасхалка внутри есть. На самом-то деле. Не, ну, бля, туннельчик на самом деле прикольный. Если бы здесь какой-то проход, знаете, телепорт сделать, возможно, там, наверх, чтобы какую-то, блин, не знаю, можно было бы свою, там, банду здесь сделать. Въезд для машин бы сюда сделать, было бы охуенно. Вот сделал бы сюда, знаете что? Кстати, от мусора можно так люк прыгнуть и все, и съебаться, я думаю. Вот так за куст забегаете, хоп, в люк, ебать. Он, ну, вы быстро съебетесь, он люк посмотрит, вас там нету, ебать. Но он же не прыгнет, наверное. Что еще можно? Что я хотел сказать? Вот сюда можно было бы сделать, не знаю, какой-то лифт, чтобы спускался, либо какой-то въезд сделать и сделать так, что машины можно воровать, и здесь был бы отстойник для машин. Реально, было бы, я думаю, очень круто. Если вы само согласны, пишите в комментариях. Ебать. Ебать, глубина. А, это походу на водолазы, кстати, выходит. Так, что у нас тут? Тут у нас ебать. А что интересно за этой хуйней? Интересно. Что за твою хуйней находится? Какая там анимка? Аним 36 или 38? Нет. 54. Блять, скутер! Блин. Вот это поворот, конечно, да. Печаль. Печаль. Исследовали туннель, короче. Не знаю, пасхалка это или нет. Ну, блин. Я думаю, прикольно получилось, особенно скутером, как я пытался. Да, это водолазы, кстати. Это водолазы. Ну чё, прикольно. Прикольно. Блин, а на самом деле туннель какой-то короткий. Был бы он подлиннее. Блин, я бы на самом деле еще поискал бы какие-то пасхалки. Думаю, бы мы развернул. Чё, сука? Чё, сука? Поебал у тебя нахуй. А, зеленая зона. Оля. Чё за Оля, блин? Так не прочитал. Ну, вроде бы неплохо получилось, думаю. Как бы и не скучно было. Мне на самом деле было весело, блин, с этим скутером еще особенно. С третьего раза у нас получилось. Попробуйте, возможно, тоже таким заняться. Не знаю, в принципе. Что окна поставили, блин? Тут же, по-моему, где-то выход был наверх. Или нет? Или да? А, тут дверь, походу, поставили. Сука, тут дверь поставили, прикиньте. Реально, тут дверь поставили, ее ж тут не было. Блин, бред. Бред. Я хотел прыгнуть. Реально, тут окна поставили. И поставили дверь. Блин, кто об этом не знал, пишите в комментариях. Я реально не знал об этом. Можно... А ну-ка, еще. Блять. Сейчас давайте машину, бля, знаю, что это бред, конечно, но, бля, я какой-то упоротый чувак, я хочу, бля, запрыгнуть наверх, потом спрыгнуть вниз в воду. Не знаю, нахуя, но просто. Просто хочу этим заняться, так. Ага. Машина всегда помощь, бэха всегда выручит, бля. Сука, ты чё, блядь? Чё, нельзя выпрыгнуть здесь? Ага, можно сверху. Можно сверху. Ладно, попробуем сверху. Но попробуем сверху не просто прыгнуть, а прыгнуть на машине, ебать. Хули, ебать. Хули нам, пацанам, да? Реально, я какую-то дичь просто творю сегодня, реально. Целый день какую-то дичь творю, серьезно. Таксопарк купил. Реально, просто целый день какая-то дичь со мной происходит. Так, ну, чё? Хули. Так, оп, как тут и стояла? Нет, не с этой стороны выходи ты, ублюдок, нет! Блять, вы это видели просто? Как я мог именно с той стороны выйти, блин? Не, ну хотя логично, блять. Логично, кстати. Хотя я знаю лайфхак классный. Наверное, займусь это в следующей серии. Наверное, но это не точно. Хотя, по-моему, не, у меня не получится. Там поднимись-то наверх, ёпту налево. Знаете, что я бы хотел сделать? Вот как бы водолазы ШКП, ну, бесконечное. Если вот, по-моему, отбегаешь, у тебя забирают, по-моему, форму. Если бы не забирал, прикиньте, можно было на ВЧ пиздовать, нахуй, вообще вас никто не убил бы. Прикиньте, вообще было бы круто. Кстати, БМВ пропало. Да. Так,
Сейчас, давайте на скутере. О, на скутере. Блин, что-то у нас сегодня постоянно все со скутером связано. Не понимаю, зачем это, ну ладно. Хрен с ним уже. Если это вылезет дичь, то до конца. Согласны? Согласны. Так, давайте попробуем. Хотя, да я буду орать, я ж не допрыгну по-любому. Эть. А, теперь надо туда допрыгнуть. Я не допрыгну туда, ёпта. В натуре я не допрыгну, наверное. Давай, давай, спасибо. Да ёбаный ба-ба-ба. Блин, реально бесит. А если сесть? А если сесть? Ну реально бесит. Как так-то? Вот как так-то? Сейчас обратно упаду, да? Ладно, хрен с ним уже. Не получилось у нас, я бы не допрыгнул, походу. Мои надежды упали в пропасть. Ладно, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт, ищите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.